Модернизация оборудования на ArcelorMittal Кривой Рог продолжается. В последний день лета на второй рудообогатительной фабрике запустили в эксплуатацию обновленную секцию номер 9 участка магнитной сепарации. Благодаря нашим техническим специалистам был разработан проект, и мы без потерь по производству, без остановки секции на этой фабрике выполнили эту модернизацию за 3 месяца. Поэтому я хочу сказать огромное спасибо всему коллективу горного департамента. Мы выполняли ее собственными силами, без подрядчиков. То есть это наш ремонтный цех, это персонал РОВ-2, это электрики все наши. Ну, в общем, это весь наш персонал. У нас очень прекрасные, грамотные люди. Мы справимся со всеми поставленными нам задачами. На производственных объектах горного департамента регулярно выполняется замена старого оборудования новым, более производительным и технологичным. В итоге растут производственные показатели, а потери ценного сырья снижаются. Была выполнена модернизация секции номер 9 магнитной сепарации. Проект этот начался 3 месяца назад. Мы успешно его завершили. Выполнена полностью замена устаревшего оборудования на новый тип сепараторов ЛИМС, которые имеют более выше производительность, имеют очень большое снижение потерь в фастах, ну, естественно, экономию по электроэнергии. 13 новых сепараторов производства финской компании «Мэстро», установленные вместо 54 старых, позволят значительно сократить потребление электроэнергии. При этом объем выпуска магнетитового концентрата увеличивается на 950 тонн в месяц. Я очень рад находиться сегодня здесь. Я приглашен разделить радость от завершения проекта модернизации 9-й секции РОВ-2, которая состоялась благодаря усилиям всего коллектива подразделения под руководством Владимира Теслюка. Хочу отметить, что именно он стал генератором перемен и, более того, сумел вдохновить на эти перемены всю команду и доказал, что сплоченная командная работа – путь к достижению поставленной цели. Давайте помнить, что мы несем ответственность за оборудование, что мы являемся хозяевами своего цеха и предприятия. Еще раз хочу искренне поздравить всех с прекрасно проделанной работой. Всего на второй обогатительной фабрике 5 секций магнитной сепарации. 2 были обновлены раньше, 3 в 2018 году. В январе 2019 на второй рудообогатительной фабрике планируют полностью завершить обновление сепарации. Это еще одно доказательство того, что предприятие активно развивается.